Все спрятались. Вот, вот какие. Можно показать. Достаточно неплохие, с учетом того, что вот на этой грядке уже, конечно, были сорваны дыни, убраны. Порядка 25-27 плодов получилось за сезон. Но, с одной стороны, погода была достаточно хорошая в июне. Это все выращено, конечно, через рассаду. В начале мая сами использовали, садили. А потом, кроме того, использовали, конечно, запустил я вот в этом году систему капельного полива, который вот специально долго-долго искал, приобрели на заводе изготовители. Достаточно хорошая штучка и помогает прекрасный урожай получить дынь. Потому что, ну, я сравниваю с прошлым годом, когда буквально получил на единицы дынь конкретно, в этом году не сравнить. Во-первых, ну, технология, не надо садить часто. Потому что я исхожу из того, что вот я вот на такой грядке, которая порядка здесь 5-6 метров, посажено всего 5 корней. Это во-первых. Потому что если я раньше садил на этой площади в 2 раза больше, ну и получал практически ничего. Беру разные сорта, я не беру один сорт. Все-таки это свои преимущества дает. Начиная с злата скифов, желтенькая с краю. Потом есть интересные сорта, я сейчас достану прям. Вот иракес, вот такая плотная, корявенькая. Ожон. Нет, пока еще не пахнет, но запахнет. Она, видите, желтеть начинает. Она сперва начинает вот, вот эта вот шершавость появляться, а потом моментально, буквально за несколько дней желтеет, и появляется аромат, прямо распространяется достаточно мощно.